В прошлом году звездой был Степан. Его приглашали на различные утренники, на выставки. Он славится своим добрым, миролюбивым характером, никогда не обижает деток и с удовольствием принимает любое угощение. Вот сейчас мы его угостим капустным листом. Ну, а в этом году Степану придется расстаться со своим звездным статусом и передать эстафету вот этим замечательным декоративным крыскам, Хвостику и его подружке. Кличку пока еще не придумали.